Сегодня около 4 часов дня в Анапе произошел пожар. Клубы дыма поднимались на высоту свыше 50 метров. Горела хозяйственная постройка за торговым центром на улице Ленина. Из-за сильных порывов ветра пламя могло перекинуться на соседние здания. Пожарные прибыли на место ЧП уже через минуту. Еще через 9 минут возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается.